Очередное заседание административной комиссии состоялось 30 марта в здании администрации. Под председательством Владимира Исаева было рассмотрено 7 административных протоколов о нарушении закона Смоленской области. 5 из них по несоблюдению тишины в ночное время. Квартира 106, шумят соседи. Из рапорта сотрудника полиции следует, что по прибытию на место факт нарушения тишины подтвердился. Минимальное наказание по такому проступку – это предупреждение. Такая санкция применена к 2 нарушителям. По другим аналогичным случаям были выписаны денежные штрафы, которые по этой статье составляют от 1 до 3 тысяч рублей. Это дискотека была? Не дискотека, это я согласна, это я виновата. Просто музыка слушалась. Повод какой-то был? Нет. Также на заседание комиссии был приглашен представитель сетевого магазина, который расположен в первом микрорайоне. Торговый объект привлек внимание членов комиссии и жителей города, в первую очередь своей неухоженной прилегающей территории. Мусор и наледь на протяжении нескольких месяцев были частью ландшафта магазина, который находится в самом центре Десногорска. Сделаем все возможное, чтобы исправить. В магазине, помимо подписания и штрафов, того, что было вынесено Роспотребнадзором, куча замечаний, которые должны были быть исправлены. Так как ранее этот торговый объект уже был привлечен к ответственности за аналогичное нарушение, комиссия приняла решение назначить максимально возможный штраф 600 тысяч рублей. При этом представитель торгового объекта сообщил о готовности соблюдать городские нормы, а также о планах капитального ремонта здания.